Здравствуйте, мы находимся на передаче «Мир женщин». Передача «Мир женщин» – это передача для женщин. И огромное вам спасибо, что вы пускаете нас в свой дом, что вы находите время. Я это очень ценю. 7 стих, книга «Исход», 2 глава. «И сказала сестра», помните, сестра же была, ну, на ожидании, сестра была в позиции. «И сказала сестра его, дочери фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреинок, чтобы она скормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей, «Сходи». Насколько Бог все подготовил. Она увидела Моисея, жаловалась над ним. И, может быть, она думает сейчас, что мне делать, как мне быть. И сестра Моисея вообще, ну, великолепна. Она не стесняла, насколько они ожидали чуда от Бога, что они не стеснялись, что уже им все было все равно. Дорогие женщины, когда мы ожидаем чуда от Бога, давайте мы будем как мать Моисея, что нам будет все равно. Мы не будем позволять страх, мы не будем позволять, о, мне неудобно. Если бы сестра фараона говорила, о, если бы сестра Моисея, прошу прощения, говорила, о, я не знала, что это дочь фараонова пришла, но я стесняюсь, это большой стресс для меня. История была бы совершенно по-другому. Она умела ловить возможность. Она умела увидеть возможность и воспользовать ее. Мы больше об этом поговорим на следующей передаче. Спасибо, что вы были с нами. Всего вам хорошего.